Всем привет, меня зовут Ник Черников, и у меня очень много друзей, которым постоянно нужен человек, который умеет делать сайты. И они постоянно звонят мне, пишут и спрашивают: «Никита, а нет ли у тебя человека, который умеет делать сайты?» Даже была такая история, когда один из моих лучших друзей решил сделать небольшой бизнес и заказал сайт своей девушке, на что она ему сказала 100 тысяч. А мой друг очень любил свою девушку, и деньги вроде как были за счет инвесторов. Он сказал: «Да, хорошо, не вопрос, детка». Отдал ей 100 тысяч, и через неделю они расстались, и сайта он не увидел. И он такой опять: «О, Никита, нет ли у тебя людей?» Нету. Я считаю, что в 2K17 мы сами кузнецы своего счастья и сами должны делать себе сайты. Благо, в наше время для этого есть все возможности, и про одну из них я сейчас расскажу. Речь пойдет о сайте Wix. Наверняка, если вы когда-то сталкивались с разработкой сайтов, одностраничников, вы слышали про этот сайт, и он действительно известный, популярный, и фишка в том, что очень удобный и простой. Выглядит он вот так, и сразу вам предлагает выбрать, что же вам надо сделать. Бизнес, интернет, дизайн, теле, ну давайте блог, наверное, нам нужен. Но как-то меня тут, наверное, ничего не зацепило, давайте глянем другое, глянем видео. Ага, а вот тут уже поинтереснее. Вот один из шаблонов сайта, который выбрал я для своего, и вот что у меня из него получилось. Разработка еще идет, не переживайте, я пока сделал страницу видео. Значит, смотрите, вот так у меня это выглядит. В самой шапке можно сделать любое название, разумеется, редактировать фотографии, которые меняются слайд-шоу, буквально в один клик. Вот я тут загрузил 4 фотографии. Всякие прикольные вот такие баннеры от того сайта я решил оставить, почему бы нет. Далее вкладка с моими видео, которые я предлагаю для просмотра. Вот фоточку замечательную, которую Тарас сфотографировал со съемок клипа «Раванны». Теперь переходим на главную страницу, начнем все-таки ее редактировать. Это новый, острый до сумасшествия смешной голос поколения Z. В принципе, для меня подходит. Но давайте изменим текст, напишем что-нибудь другое. Видеоблогер. Это первое, что нужно знать обо мне. Видеоблогеры сейчас модные. Музыкант, скейтбордист, без этого никак. И просто хороший человек. Подпишись. Отлично. Редактируем. Почему июль, не июль? Что у нас сейчас? Февраль идет, да? Или что? 2K17. Отлично. Популярное видео. Выберем с нашего YouTube канала. Ну как с нашего? С моего. Ну, Раванну давайте ставим тизер. Тизер к фильму. А что, он красивый у нас на главной странице будет. Замечательно. Раванна. .z-movie. О, господи, это лучшее, что я видел. Шрифт лобстер меня не совсем устраивает. Давайте заменим его. О, нормально. Нормально. Нравится. Нравится. Новости. Главная новость. Какая у нас? Релиз клипа «Раванна. Всего лишь сон». Йоу. Экшен. Убийство. Погони. Тёлочки. Порталы. Все то, что вы так любите. Отлично. Так, мне не нравится фон. Значит, надо его что? Изменить. Два раза жмакаем и все. Это супер удобно. Вот, например, вот это вот загружаем. Парам. Нормально. Фух, делать сайт, конечно, утомительно. Даже на таком замечательном ресурсе, как Wix, где с этим может справиться даже я, это все равно достаточно трудоемко. Но не 100 тысяч, конечно, как заплатил мой друг. Ой, господи, конечно, смешная история. Так, хорошо. Давайте пойдем дальше. С главной разобрались. Дальше, биографию редактируем. Один из самых остроумных, энергичных и обаятельных артистов из тех, кого мы любим в этом жанре. Слушайте, ну тут все подходит. Я бы вот вообще ничего не менял. Идеально. Я все. Вот мы даже ничего не будем менять. Тут, ну, настолько хорошо, что вообще охереть. Редактировать текст только не прикол.ру, а Юрий Хованский. Фу, так не люблю о себе писать всякие эти хвалебные тирады. Ну, ладно. Родился в Самаре, переехал в Питер. Зарабатывал на жизнь пением под гитару в переходах метро. Ну, зато честно. Все, нормально. Лучше и не скажешь. Заменить фото. Так, это есть. Дальше контакты. Закажите выступление. Неплохо. Неплохо. О, щет. Пресс-агент. Я не знаю, что такое пресс-агент.
Удалим просто, наверное, это, да? Это же можно удалить? Удалить. Господи, как удобно. Ой, вообще можно все вот так вот удалять. Отлично. Так, ну тогда вот эта фотография не подходит. Зайдем в Раванну и посмотрим. Ага, тут какие-то рисуночки, ё-моё. Ага, здорово. Давайте тогда сохранять, наверное. В принципе, все сделано. Сохранить изменения. Вот наш домен. Так он выглядит, отлично. Давайте предпросмотрим, что у нас получилось. Пауч, 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 пауч. Я считаю, это шикарно. Вот тут можно тоже добавить слегонца вот этой штуки для пущей читаемости. Ну, новостям тоже. Господи, как удобно. Вы представляете, сколько вот за такое бы взяли денег с вас? Ну, 10 000, наверное. Это минимум. Это минимум. И это только за эту тень. На Wix очень легко управлять структурой сайта. Например, если мы хотим добавить страницу, просто нажимаем сюда. Бабах. Страница. И вот она у нас, новая страница. Как мы ее назовем? Ну, например, соцсети. Что мы тут можем в нее вставить? Давайте посмотрим. Добавить. Какие разные приложения, всякие штуки. Добавим Instagram сюда. Вот у нас добавилось, а нам нужно, чтобы был наш Инстаграм. Настройки. Подключаем Инстаграм. Бабах, и теперь Инстаграм тут наш. И давайте ее сместим, наверное, чуть-чуть. Замечательно. Что мы еще можем добавить сюда? Давайте посмотрим. Можно добавить всякие интересные перемещения слайдов. Мы сейчас с этим заморачиваться не будем, но тут возможно абсолютно все. Какие-то интерактивные элементы. Давайте добавим видео, плееры соцсетей, YouTube. Переносим его сюда. Это отодвигаем ниже. Заменяем видео. Всего лишь сон. Бабах. А это отодвинем ниже. Господи, как все удобно и легко. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит на мобильном. Ну, по-моему, это выглядит чудесно. Это у нас, значит, страница соцсети. Давайте переключимся на главную. Тут тоже у нас все есть. Биография. Отлично выглядит. Контакты, выступления. Чудесно! Так, вот у нас где косяк. Готово. Очень удобно, очень быстро опубликовать. Господи, какая красота! Главное в соцсетях. Биография, контакты, выступления, видео. Красота! Ну что, друзья, вот на примере личного сайта я вам показал, как можно сделать из тех шаблонов, которые есть на Wix, вообще практически все, что угодно. Сайт, который будет отвечать запросам там 90% желающих иметь сайты. То есть можно сделать интернет-магазин, можно личный блог, можно какой-нибудь сайт с видео, сайт-визитка. Вы можете сказать, да зачем кому-то вообще сайт при наличии такого количества соцсетей. А вот для многих заказчиков, которые платят большие деньги, которые прям не боятся отстегнуть там 100-200 миллион, для них очень важно, чтобы у артиста был свой сайт. Личный сайт — это такая красивая визитная карточка. Конечно, то, что я сейчас заделал, это, грубо говоря, черновик, потому что мне надо было показать вам основные возможности этого сайта и как тут все легко и просто. Понятно, что это надо дорабатывать, и на это надо потратить не полчаса, а, скажем, несколько часов, несколько дней подряд, чтобы каждый день заходить, находить какие-то ошибки, что-то дорабатывать, допиливать, но в итоге за пару дней у вас будет сайт, который будет вас устраивать, который будет бесплатный и практически с минимальными усилиями. Поэтому Wix рекомендую все, кто хотят делать сайты. Не отдавайте сотнями тысяч деньги вашим девушкам, которые говорят, что умеют делать сайты, как бы вы их ни любили. Не надо, лучше порадуйте себя любимого, а сайт сделайте своими руками. С вами был Ник Черников, надеюсь, это было познавательное видео. Всем пока!